Можно пойти уж прям совсем простым путем из серии, да, просто наложить градиент. Так, оставим в центре беленькое. Вот, если не получится, сделаем меж. Так, она, по-моему, немного все-таки вот тут у нее вот скос. Да. Давайте его изобразим. Точно так же, как и на листике. С помощью кривой. Здесь она даже, по-моему, просто такая черно-белая кривая. Так, по краям черная. Дадим ей форму и уменьшим. Так, один и второй сделаем блик. Такой вот. И тоже ставим осветление. Так, давайте поставим так осветление. И вот это вот копируем на другую сторону. Это немножко грубовато выглядит. Так, ну смотрите, вот такая у нас получается история. Мне даже, в общем-то, нравится. Так, теперь что мы сделаем? Давайте выделим, скажем так, основу моей капли, да, вот эту и вот эту часть. Alt, зажимаем, отдаляем, объединяем. Так, а здесь мы просто его сгруппируем. Так, отводим вниз. Дальше что мы делаем? Давайте уберем заливку и поставим границу белую. Белую границу. Градиентную даже можно поставить. Сделаем ее потолще. Так, мне надо фон. Фон у нас обычный такой серый. А, не, не серый, там был такой голубенький немножечко фон. Ну, что-то типа того. Ну, так, в общем, оставим. Нам же просто для примера, да, фон. Так, и ставим этой границе осветление и получаем что-то совсем не то. А, во. Так, это мы каемочку хотим создать. Так, у меня вот тут совсем перекрещивание, да, слишком много там линий.
как вам получился такой результат? Мне кажется, вполне себе здорово. Естественно, чтобы я в конце добавила, да, это какие-нибудь украшающие блики. Да, у нас вот немножко не хватает осветления, да, все-таки вот здесь как-то такой вот прям вот световой акцент, что ли, сделан. У меня его, что ли, как бы и нету. Так, ладно, будем его. Вот, ну так бы сделала, конечно же, я понимаю, что в оригинале уже этого нету. Ну, в общем, а вот такая вот получилась у меня история. Вот, ну и немножечко я бы каплю еще подсветила. Вот, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам было как-то чуть-чуть полезно и интересно. И до встречи в следующих видеоуроках. Всем спасибо за просмотр и всем пока.